Всем привет, с вами Алекс и сайт rmpc.by. В этом видео хотелось бы запустить на слабом ПК для современных игр Bulletstorm Full Clip Edition, релиз от Boldman без Denuvo. Итак, погнали, давайте системки посмотрим. Это переиздание классического Bulletstorm. Давайте сравним минималки. Смотрите, сейчас у переиздания фактически 4-ядерный прод, 6 оперативки и видеокарта уровня 6850. А прикиньте, какие были. Двухъядерный провод, полтора оперативки, нужно 6 уже сейчас, и видеокарты 12-летней давности. То есть, ну, значительно почему-то системки подросли, хотя графика, говорят, почти вообще не изменилась. Ну так, слегка. Рекомендованные сейчас стали 4-ядерный провод, 8 оперативки, 750 Ti видеокарта. А были 2 двухъядерный провод, 2 оперативки, 4870, уровня 550 Ti, на который еще я запускаю. Ну, давайте смотреть, на каком ПК я запускаю. Проц MDFX6306 ядерный, но 2 ядра отключил, чтобы получить 4-ядерный проц для слабого ПК, вот 2 ядра 4. Так, значит, 4 оперативки и 5 гигабайт файл подкачки поставил, видеокарта GeForce GTX 550 Ti, 1 гигабайт памяти DDR5. Старенькая, немножко игровая видеокарта. Значит, вот запускаю 550 Ti, кстати, вот она, вот 4870, это для оригинального Bulletstorm и было для максималок видеокарты. Я уже, кстати, тестил и запускал на максимуме. А сейчас, прикиньте, переизданию требуется для максималок 750 Ti. Такие дела, но посмотрим, что я сейчас получу на 550 Ti. Данная табличка будет по ссылке в описании, настройка слабого ПК для игр, чтобы ориентировать. Также в описании будет ссылочка на полный список запусков игр на слабом ПК. В том числе не забывайте, если вы хотите вместе со мной добавлять крутые новостейки из мира игр на сайте rmpc.by в раздел блоги, то инструкция будет в описании, в том числе видео, а также свое авторское. Все, давайте все отрубаю, захожу в игру. Итак, я в игре. Давайте, значит, переходим в настройки. Графика, видео. Ну, пока поставил Full HD 1120 на 1080, вертикалку отрубил, все супер низко. Посмотрим, что да как. А там уже будем решать, повышать настройки, насколько их повышать. Итак, компания, давайте. Новая игра, все заново. Выражение. Да, конечно, ходите исключением ненормативной лексики. Конечно, конечно, кровь и жестокость. Все должно быть обязательно. Так, нормально. Итак, сторонняя система, беззаконие, неизвестность за пределами власти конфедерации. Calm down. Just calm down. You got this all wrong. Just listen to me. Here. Have another drink, Gray. It'll help your aim. Please. Here. Son of a bitch! Hey. I told you all I know! Shut up. Warning. Airlock safety release. Hey, third bounty hunter this week. Run, sucker. Так, ползти. У нас тут такая сумма. О, тихо. Закрыть. Сумасшедшая такая динамическая сцена. Так, ну что, я в игре, значит, давайте смотреть. Я выставил настройки все на максималке. Этот Full Clip Edition получается, ну, норм, в общем-то, все максималки, даже шевеленочка на максималке вроде бы. Да, все. Такая настройка, помните, еще с оригинала тоже как бы угорали немножко. Full HD, вертикалку только отрубил. Все, давайте, понеслось, заценим. Графен игровой процесс. Офигеть. О, ничего себе, круто! Офигенно! Вот это да! Началось, наконец-то, открытый мир, открытое пространство, по крайней мере. Очень круто все смотрится, графен просто замечательный.
Я все-таки думаю, Full Clip Edition должны были добавить детализации, там все дела. Потому что как-никак... Не могли же они просто... Пустую... Быстрее идет и сделай всю работу! Итак, наконец-то взять хлыщ. Где он, мой родной хлыщ? Вот, вот здесь будет покруче. Вот. Давай испытаем ее. Ничего себе. Так, что тут у нас хлыст? Освободить себе дорогу. Офигенно. Нет, смотрится норма, сам по себе игровой процесс крайне динамичный. Ну-ка, мразь, сюда. Ух ты, блин, чувствуй нашу любовь. Ну-ка сюда. Офигеть, вот это я понимаю. Вот это движуха. Вот это круто. Где ты там? Ну-ка сюда давай. Вам наткнуть его. И еще одного. Ну-ка сюда. Давайте-ка здесь устроим шашлычок. Офигеть, кровище море. Придумайте, как убрать пути преградов. Хорошо. Сейчас сделаем. Такие вот дела. Это был запуск Bulletstorm Full Clip Edition. Релиз от Болдмана. Репак от Фидьол. Уже от Хатаба. Еще что можете искать, смотреть. Ну, смотрите сами. То есть я лишь это информативное видео. Вы уже сами решаете, что вам делать. Покупать, не покупать, качать, не качать. Это вы уже сами решаете. Ну, как видим по мониторингу, у меня здесь на максималках. Что тут использовано было? 40 FPS я получил своих. Проц примерно наполовину загружен. Это 4-ядерный, по горло хватило. Видюха 80-90%, 550 Ti. 893 мегабайта видеопамяти. 340 это оперативки, но все равно. Игра на максималках, это переиздание требует больше 4 оперативки. Поэтому ставьте файл подкачки. Все, в общем-то. С вами был Алекс из сайта rmpc.by. Ссылочки в описании, если хотите стать со мной блогером на сайте rmpc.by и добавлять крутые новостейки из мира видеоигр, инструкция в описании. Все, спасибо за просмотр.